Да. А как можно было в Степное попасть? Куда? В Степное. Это где? А это рядом с Березовым. То, что я тебе давала координаты по тайцу. Ну я не знаю, блин, как можно было попасть, блин. А там в Степном мирно или что там? Там мирные, да. Три наши хаты задели. В одной хате малые дети. Блин. Меня в жар кидает. Знаешь, что надо? Вот я просто пришел домой, сейчас, блядь, налил себе 150 и тупо ебанул, потому что реально бушку сносит. 150. Да, я, наверное, сейчас точно налью сегодня. Ну, это правильно, потому что уже реально нервы сдаю. Так, ладно. Ну, сегодня они ошиблись, как сказали по координатам, на, короче, минуту с лихуем, а я давала только разбег в секундах. Ну... Факт остается фактом. Ладно, об этом никто не знает. Инфу пустили, что ебанули укропы, блядь. По-мирному. Вот, тебе сразу скажу. Тут никто не застрахован, так уже, блядь, делали там. Это война.